Обилие представителей средств массовой информации сегодня – это еще одно подтверждение, что партия коммунистов и все, что происходит в этой партии, находятся в сфере самого острого общественного интереса. Ничего удивительного. От сегодняшней позиции действий именно этой партии зависит, что случится с Молдовой через 6 месяцев. Окончательный захват государства Плохотнюком и Филатом, полное банкротство государственной независимости, всеобщая окончательная капитуляция всех конституционных и гражданских прав народов перед двумя бандитами или все же долгожданное освобождение. Взоры всего общества сегодня обращены к нам, к коммунистам, как единственной организованной силе, способной дать общенациональный отпор бандитам, защитить слабых, униженных и обездоленных, дать перспективу сильным и талантливым, модернизировать страну. В 2001 году партию коммунистов называли партией социальной надежды. Сегодня это партия последней надежды, единственной надежды. Это партия, которую сама история обязывает побеждать, обязывает быть последовательной, честной, принципиальной, искренней до конца. Таково мнение того миллиона избирателей, миллиона, готового последний раз довериться политикам. Миллиона, надеющегося защитить свои семьи, своих детей, своих родителей от подлого режима государственных преступников и олигархов. Иная партия коммунистов никому не нужна. Партия, поднимающая на борьбу и сдающая своих сторонников в самый ответственный момент, не нужна. Партия, обзывающая представителей режима бандитами и не чурающихся возможных союзов с этими же бандитами, не нужна. Партия, лидеры которой не способны идти до конца в утверждении своих принципов, никому не нужны. 23 года независимости и последние 5 лет сопротивления социальному террору вытравили все остатки былой наивности. Всем понятно. Если политики не демонстрируют готовности пожертвовать собой во имя декларируемых принципов, они не вправе заявлять об этих принципах. Люди идут за теми, кто сам куда-то идет, а не за теми, кто куда-то зовет. Нельзя заявлять о движении в таможенный союз и ждать комплиментов от ЕС. Нельзя в самый ответственный момент борьбы давать путанные комментарии только для того, чтобы услышать аплодисменты от тех, кто ждет нашего провала, а не нашей победы. Именно это зримое противоречие стало основанием для того, чтобы 22 мая я передал всем членам политисполкома партии коммунистов письмо. В нем я открыто изложил свое несогласие с подобной политической практикой и основания для отказа от мандата депутата парламента. Я благодарен всем членам политисполкома и в первую очередь председателю партии за то, что они с пониманием отнеслись к моей позиции. Никто, за исключением Юрия Мунтяна, меня не пытался отговорить от этого решения или вступить в какое бы то ни было его обсуждение. И это решение, как вы знаете, было объявлено в парламенте на следующий день. Сразу хочу сказать, что в письме не было формулировок «устал», «отдых» и прочей дребедени. Тем более там не было и не могло быть каких-то косвенных указаний на мой возможный переход в какое-либо иное политформирование. Тут я воспользуюсь случаем, скажу сразу, что достаточно принципиальную для меня вещь. Уважаемые коллеги, запомните, никогда я не буду состоять ни в каком ином формировании, кроме партии коммунистов Республики Молдова. Прошу запомнить это раз и навсегда. Меня, конечно, можно исключить из партии коммунистов, но из коммунистов меня исключить нельзя. Те, кто обладал этим правом, увы, скончались много-много десятилетий тому назад. Вопреки всем моим ожиданиям, указанное решение почему-то послужило сигналом для настоящего мятежа в партии коммунистов.
мятежа, организованного сторонниками близких отношений с олигархом Плохотнюком, в тесной координации с его приспешниками. Цель мятежа – предвыборный захват партии коммунистов, отказ коммунистов от победы на выборах и, соответственно, политическое банкротство партии. При этом понятно, что такая партия с небольшой и продажной парламентской фракцией нужна олигарху Плохотнюку не для каких-либо поствыборных левоцентристских коалиций между Демпартией и партией коммунистов, а исключительно для эффективного шантажа своих партнеров в лице Филата. Мятежники скрыли от партии мое обращение в политисполком, а всякую попытку ознакомить с этим письмом стали истолковывать в терминах испанской инквизиции. В течение 2 недель выяснилось, что такие персоны в партии коммунистов, как Мунтян и Петренко, обладающие публичной репутацией, оказывается, представляют собой некую антипартийную группу. Все аргументы таких обвинений были заимствованы из репортажей телеканала «Публика», а также сдобрены вымыслом с параноидальными подробностями, оскорбляющими честь и достоинство любого коммуниста. Иными словами, даже партия коммунистов, единственный моральный оплот политической системы Молдовы, подверглась атаке плохотнюковских или проплохотнюковских или проолигархических мятежников. И это является самым дерзким вызовом молдавскому обществу со стороны политических террористов, захвативших Молдову. В этой связи я заявляю следующее. Первое. Дело мятежников провалится. Сегодня я не называю их имен в знак глубокого признания их прошлых и, я надеюсь, будущих заслуг перед партией и страной. Но я обращаюсь к ним с категорическим требованием немедленно прекратить все действия по силовому захвату партии коммунистов Республики Молдова. Мятежники должны немедленно прекратить свои интриги, сдобренные путанной ложью, шантажом и запугиванием. Я прошу поддержки моральной и организационной у всех сторонников партии коммунистов, у всех наших избирателей. В такой ситуации не может быть никакой келейщины и никакой секретности. Ибо все, что происходит по КРМ в эти часы, имеет непосредственное отношение к каждому гражданину Республики Молдова. Сегодня мы просим поддержки у вас, дорогие избиратели, и только для того, чтобы суметь завтра с честью одержать настоящую долгожданную победу. Вы будете знать обо всем, что происходит в нашей партии, о позиции каждого коммуниста, каждого активиста, каждого члена Центрального комитета. Второе. Партия коммунистов одержит победу. И не только потому, что ведет открытый диалог с народом, признает свои временные слабости и ищет силу в самом народе, а от того, что только в этой партии остались политики, способные не пасовать перед подлостью и репрессивностью нынешней действующей политической олигархической системы. И сегодня только эта партия в состоянии объявить главный лозунг дня, способный консолидировать всю страну. И этот лозунг прост. Молдова без олигархов. Фамилию можете вписать сами, любую. Третье. Партия коммунистов одержит победу. Потому что от европейской интеграции Молдовы, как вы знаете, отказался сам Европейский Союз. А идея вступления в таможенный союз – это не капитуляция перед кем-то, а наша способность быть верными союзниками своего народа, его большинства, решать главные проблемы развития страны. В сложившейся ситуации я считаю, что наша партия должна в своей предвыборной платформе четко заявить следующее. В течение первых 5 заседаний парламента будущего созыва парламентская фракция партии коммунистов вносит законодательную инициативу о проведении законодательного референдума о вступлении Молдовы в таможенный союз. Референдум должен пройти в период до 1 ноября 2015 года.
Только такой подход продемонстрирует неизменность нашей позиции и ее однозначные трактовки. Четвертое, и это главное. Партия коммунистов должна заявить, что ни при каких условиях не согласится с поражением на предстоящих выборах. В условиях тотальной дискредитации власти это поражение возможно только в двух случаях. Либо в случае победы плохотнюковских мятежников, либо в случае фальсификации итогов выборов. Последнее уже происходит. Происходит путем монополии действующей власти на СМИ, путем репрессий, путем подкупа, путем грубого вмешательства во внутренние дела Молдовы со стороны Европейского Союза. Всему этому следует давать отпор уже сегодня, уже сейчас, немедленно, требуя открытой поддержки у всего молдавского общества, у всех избирателей, у всего народа, у всей страны. Партия коммунистов одержит победу. Потому что сегодня в Молдове существуют только две партии. Партия поражения имени Филата и Плахотнюка и партия победы. И нет никаких сомнений в том, что это вакантное место может быть занято только теми, кто все 5 лет твердо стоял на защите интересов народа, кто преодолел собственные слабости, кто смог извлечь уроки из былых поражений и представил ясную программу действий. И такой партией победы сегодня является только партия коммунистов Республики Молдова, с чем я вас всех и поздравляю. Благодарю вас за внимание.